опять я ссылаюсь на свой сайт. Вчера я выставил видео о сайте. Так что читайте. Там очень много материала на тему оздоровления, лечения. Причем всякого. И не только о клизмах, голоде, питании. Ну и работе над чертами характера. Откуда у нас растут эти черты характера, как работать с привычками, что такое побуждение, что такое мировоззрение. И самое главное там еще что. Вот если бы я хотел действительно там заработать как-то, и сейчас все это продолжал тут, я бы ничего этого бесплатно не выставлял, не вкладывал свои, ну, первым делом силы, а уже во втором случае средства во все это. А был бы таким, ну, будем говорить, в голове зажатым на прибыль. А так я, знаете, вот рад с вами поделиться своими наработками. Я считаю это главным. А пригодятся они вам, эти наработки, будете вы их использовать, это уже решать вам самим. На этом закончим. Будем дышать и наслаждаться.